Благотворительность приходит с раскрытыми ладонями. Ее главное назначение – отдавать. Она никогда не бывает лишней. Всегда есть тот, кто находится в трудной жизненной ситуации и выхода из нее пока не видит. Эти слова могут стать в некотором смысле девизом акции «От сердца к сердцу с добротой», которую на протяжении многих лет принимает средняя школа номер 15. По давно сложившейся традиции праздник проходит в уютной, в некотором роде семейной обстановке. Мы ориентируем всегда коллективы района и города Бреста на поддержку подобной категории населения. Также не забываем и талантливых детей. Помочь тому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это доброе желание уже не один год объединяет руководителей городских предприятий и организаций. Дети из многодетных, малообеспеченных семей, домов семейного типа, а также одаренная молодежь. Каждый из 42 ребят не остался без внимания и денежной помощи. Сегодня мы обращаем внимание именно на детей, которые нуждаются в помощи. В первую очередь это все дети, которые находятся, ну скажем так, не дети, а родители, находятся в трудной жизненной ситуации. Традиционная акция «От сердца к сердцу с добротой» в этом году объединила 15 предприятий. Независимо от размера и формы собственности, каждый из них является полноценным участником экономической системы страны, может зарабатывать и умеет не только обеспечивать себя, но и помогать другим. Руководители пообещали, добрая миссия будет продолжена, а ее летопись пополнят новые герои. Мы понимаем важность, понимаем роль нашу. Значит, оказание людям помощи в том, что не оставить людей без внимания, без встречи, без материальных каких-то вознаграждений. Поэтому мы активно работаем в Московском районе. Я думаю, что все поручения, которые нам доводятся со стороны территориального совета, мы в обязательном порядке выполняем. Потому что они небольшого объема, но очень нужны для людей, нужны для тех, у которых проблемы, для того, чтобы создать им условия, для того, чтобы создать хорошее настроение. Поэтому мы с удовольствием это выполняем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».